пока не могу толком говорить. Только что удалили зуб, еще это пакостная мерзкая погода. Вообще с ног до головы вся мокрая, все. Знаете, я, конечно, люблю дождик, но когда в 6 утра уходишь из работы, чтобы успеть в больницу, и с 6 утра ты просто мокнешь. Потом уходишь из больницы и опять мокнешь, и вот в итоге время 9:30. Ну, часа два я, наверное, находилась под дождем. Что-то это как-то не очень хорошо. Еще я чувствую, сейчас будет наркоз отходить. Короче, это жестко. Я никогда в жизни не удаляла зубы, кроме молочных. Поэтому я не могу смириться с этим ощущением. Это вот какой-то хруст, давление. Как меня колотило в больнице. Я думала, убегу оттуда. Больница, поликлиника, врачи вообще суперские. Спасибо им большое. Я таких добрых врачей, честное слово, никогда еще не видела. Особенно стоматологов. И еще в бесплатной поликлинике. Это, конечно, большая редкость, мне так кажется. Молодые парни, кстати, стоматологи. Меня это, если честно, немножко смущает. Я не люблю стоматологов, мужчин. Мне проще к женщине сходить. Что-то у меня после наркоза, ну, наверное, так должно быть, да, чтобы начинает очень сильно болеть. В общем, хотела сейчас эту ватку, вернее, не хотела, выплюнула. Или как она называется, мы, короче, поняли. Сказать через 10 минут, а я через, наверное, полчаса ее выплюнула, потому что по улице, ну, неудобно было, и негде, во-первых, выкидывать, везде столько народу. И сейчас выплюнула, у меня очень сильно идет кровь, то есть оттуда положила новую. Не знаю, нормально это или нет. Короче, ладно, зашла. У нас есть такой магазинчик хороший, где продают очень хорошее мясо, вкусное, всегда свежее, я на это надеюсь. Значит, вот смотрите, взяла ребрышки на 250 рублей. Хочу приготовить жаркое. Конечно, вкусно запечь, но у меня Вика любит, когда жидкости больше. Если Тима кушает мясо, то это мясо летает по всей кухне. Но уже на обоях побывала. Ну, сначала еда, а тут просто что делает. Причем воду за... Ну, я не знаю, он какой-то странный кот. Он нормально только ест сухой корм. Остальное все просто кидает зубами. Играет с ним, или что он делает, я не знаю. Играет. Он сейчас вообще наиграет, а потом сядет, нормально съест. На маленькие кусочки специально порезываем. Слиплась просто. Делает. Сейчас в коридор пойдет. Тим, с тобой все в порядке? Это пипец. Вот так вот кот у нас ест. Зашибись, игрушка. Ну, а ты пытаешься еще окупать игрушку такую. Да? Что? Все обои поотдирал. Ты долго так будешь есть. Причем он первую порцию всегда нормально ест, а со второй он уже играется. Это значит, Тиме давать есть больше нельзя. Уже он, значит, уже наелся. Уже не знает, чем заняться. Да, Тима? Еда должна лежать вот здесь вот. Пусть поиграет. Вик, ну в смысле, пусть поиграет мясом, что ли? Теперь достанет. Пипец какой-то. Такое чувство, что мясо живое. Ну, обратно в чашку положил. Умница просто, да, опять достанет. Сначала я подвариваю лук с чесноком. Ну, лук с чесноком я натираю на терке, потому что не
ни дочка, ни муж у меня не едят лук просто так поджаренный. Обязательно, чтобы практически его не видно было. Плиту, естественно, он меня и вам не помыл. Поджариваем. Обожаю этот запах жареного лука. Вообще это поджарки различные. Прям балдею от него. Жарко я обычно делаю какие приправы, там магазинные не добавляю. Только соль, перец, лаврушка, лук, чеснок и все. Магазины я не особо люблю, когда я делаю. Ну, так слегка поджарилась. Теперь можно еще наполить немножко. Можно бросать мясо. Да, а Тима продолжает играть с мясом. Все. Мясо немножечко обжарится со всех сторон, чтобы оно внутри было сочным обязательно. Я сразу никогда не добавляю воды. Обязательно поджариваю. У меня слегка мягко со всех сторон. Потом добавляю воды, потом оно тушится. Потом опять слегка поджариваю. Потом уже бросаю картошку. Картошка тоже слегка поджариваю со всех сторон. И потом уже заливаю водой, ложу туда лаврушку, там соль, перец. Сразу тоже не солю, потому что мясо жесткое будет. Ну все, ждем, пока оно поджарится. Вот мы немножко поджарили. В принципе, можно уже добавлять воды. Ну, не знаю, как правильно, но давай соль я добавляю потом в конце. Так вот я делаю. Добавляем водички. Залили. Перемешали. Даже, наверное, еще воды налили. Все, и теперь это пусто стоит и тушится. А, да-да-да. Я еще ложу. Значит, скажу. Базилик, значит, лавровый листик. Что такое? Базилик еще немножечко. Можно, ну, по-моему, тоже в конце, да, я его ложу. Короче, можно сейчас положить. Чуть-чуть. Чтобы пачку не высыпать. Чуть-чуть насыпаем. Ну вот она и готова. Очень вкусненько, вкусненько пахнет. Ну, у Машки последний экзамен, мы идем кататься на речном трамвайчике. А, ну, все понятно. Значит, на завтра никаких дел нет. Ешь. Ну, так вот. Сгибаем одну сторону. Привет, пап. Ты на обед пошел? Погибаем. Да. Одноклассник мой технику не работает. В одну сторону? Сказал, что списки поступивших будут в августе. Что? Вот ты у них есть. Можно сюда складывать лужи. Может быть, вы все-таки дождемся? Правда, салфетка должна быть. Ну, конечно, дождемся. Да, где-нибудь. Так, вы в ресторане, знаете? Не так, не такая маленькая. Я первую зарплату. Федор Иванович тебе заплатил за эскизы. Ой, как хорошо. Значит, я смогу наконец себе купить новый этюдник. Нет. Ну еще. Ножичек. Куда же? Вот. А еще я умею делать такую рубашечку. Просто украшение на тарелку ложится. Я хочу рисовать. Получается такая рубашечка. Рисую, если после свадьбы. Пин-пин. Ну, сегодня мне не пообедать моим жарким. Сегодня я буду, наверное, целый день на кашке, потому что... Я не смогу просто есть что-то такое. Буду жиденькую кашечку есть. Овсяненькую. Овсяненькую. Сюда какое-то состояние у меня прибалденное. Прибалденное. А вот это только куда? Это ванну все. Ванну. Это выливай. Мой. Заодно бы взяла сразу.
Все надо наблюдать за всеми. Давай, мой, мой. Зарабатывает себе плюсы, зарабатывает. Все, Тима, опять спать улегся. Целый день ест, спит. Ест, спит. Ты хоть бы подвигался бы. А вот ночью ходит только, а меня мяу-мяу. Да? Ты мяу-мяу ходишь? Мяу-мяу. Тимосечка, маленький наш котеночек. Котеночек наш маленький. Сколько ты весишь, интересно? Очень интересно. Ай, зараза. Кусачка. Я кот. Я кот. Повернись ко мне. Люблю тебя, заразу такого, люблю. Все, ладно, хорош. Сейчас опять на жопу сядет. Любит сидеть на жопе, как человек. Да? Как человек. Как человек. Посмотри в камеру. Тебя снимают скрытые камеры. Опа. Вот что, опять дочку в школу проводила, с ногтями обломалась. И дочь меня попросила: мама, ты мне пиццу обещаешь уже, наверное, 2 месяца. Я все обещаю, обещаю. В итоге что? Ну опять я сходила, потратила денег, купила все на пиццу. Будем сегодня готовить. Еще и придется и тесто ставить. Я уже забыла, как это делается. Надо срочно посмотреть рецепт. Чем я сейчас и займусь. Хотя мне нужно было кое-что снимать. Но я забыла купить один реквизит. Конечно, я сейчас за ним уже не побегу. И поэтому я опять не сниму ничего. Нет, я тогда сниму перед Викой. Перед школой, перед тем, как пойду ее забирать. Чтобы прикрутить видеокамеру к штативу. Только не падай фотоаппарат. Я не хочу снимать на фотоаппарат. Не хочу. Полежи тут. Отдохни. Сегодня он отдыхает. Реквизита не было, к сожалению, банана. Поэтому пришлось взять виноград. Ну, что делать? Так. Угу. И вот какой человек у меня забрал свет? Нет, нет, нет. У меня же без света ничего не получится. Был здесь вот примотан. Вот здесь был примотан свет. Вот, блин, я уже вот этот клип. Если не соврать, 6 раз пыталась снять. Я снимала, но что-то у меня получалось не так. Это уже будет 7-й раз. И вот сейчас у меня нет света. Ну, естественно, у меня будет тень. Честно, я уже устала это снимать. В итоге моих трудов на 2 часа, и у меня опять ничего не получилось. Я сидела, пыталась монтировать, блин, больше, ну, 1,5 часа, и нет. Все, это уже будет 8-я попытка. Это чертова камера, это все, блин, я не вношу ковырясь, я сережку поправляю, она меня раздражает иногда. Все-таки придется снимать вот на эту камеру. О, нет. Смотрите, какой у меня. Он весь мятый. Ну, мне лень погладить. Я, кстати, вообще, вот для меня вот, я могу все сделать. Я могу полы там 25 раз на день помыть, пыль вытереть, посуду перемыть. Я не знаю,
Ковер сносить, похлопать. Но гладить белье для меня это... Нет, это для меня вообще самое жестокое. Это наказание мне можно такое делать. Потому что я ненавижу гладить белье. Я, кстати, сочиняю частушки очень-очень много. Но что-то никак все не решусь записать. Надо будет этим заняться. Так, сейчас я вам прочитаю один стишок, который я написала в поезде, когда мы ездили в Питер. Сейчас я налью себе топленого молока. Я обожаю топленое молоко. Топленое молоко это... Какое оно... Очень вкусная. Особенно цвет. Цвет топленого молока вообще меня сводит просто с ума. Только не пролить бы, не пролить бы. Так. Кольца. Колечко Винкс. Да, было 7 колечек в журнале. 7 колечек было в журнале. Значит, представляете, две детки умудрились из-за них поругаться, не могли поделить. Это вот как вот так вот? Ну, Вероника-то вроде уступает, а постоянно делится, а вот старшая, я думала, наоборот, старшая должна делиться, учить. А она у меня... О, этот цвет... Блин, ну оно холодное, оно же нельзя холодное. И трубочки нету, да? Вот это печалька. Это очень большая печалька. И как я буду его пить? Петель, петель. Петель, петель. Ладно. Короче, читаю вам стих. Что-то, блин, не получилось. Ведь где вся тусовка? У туалета, а там встретишь с вагона любого человека. Короче, не сейчас. Это, конечно, он звонит. Проще я напишу этот стих ВКонтакте, и вы его прочитаете, да? Не забывайте, да, и подписывайтесь на меня в Инстаграме, ВКонтакте, на Ютубе. Мне сейчас доча все выскажет. Звонит мне 4:30, говорит, мама, ты где? Я говорю, дома. Она говорит, ничего, что я уже в школу стою. Такая штука интересная в телефоне. Если честно, пока рекламу не увидела по телеку, я не знала, что такое есть. Включаем. Тесто для пиццы. У меня с этим беззубием вообще слова не получается. О, вот оно. В общем, делаем тесто для пиццы. Буквально 10 минут. Я взяла половину стакана молока, 2 яйца, 2 ложки растительного масла. 2 стакана муки, чайную ложку соли. И теперь мы все это перемешиваем, будем замешивать тесто. Так. Сейчас я себя сниму. Всем привет. Мы записываем задание. Я за русский язык. РТ рабочая тетрадь. Страница с 1000. Да, страница 1000. Извините, упала. Так, с этим. С этим трюк. Сейчас. Я тогда мне тесто покажу. Сейчас. Побольше делать. Хотя нам хватит на 2 пиццы, на большие. А на маленькие, так штук на 5 хватит. 2 пиццы и на маленькие. Все, мы замесили тесто, и теперь его... Вик, ну так ты или снимай, или что, блин, оператор? Все, обиделась. Вот так вылитая папа. Вылитая папа. Что случилось? Короче, все, накрываем его. Представили своего начальника. На тебе. Я надеюсь, начальник это смотрит.
Короче, все, накрыли влажным полотенчиком и готовим поверхность для раскатывания пиццы. А самое вкусное, конечно, это резать уже. Уже, ой, камера, бабе. Это колбасу и сыр, помидор. А я себе сделаю пиццу с луком, потому что я обожаю лук. Я туда прям много-много его положу. Представляете, сейчас мне ребенок сказал, что в школе, ну их там кормят. Я думала, как-то более-менее хоть платим 1000 рублей в месяц. И она там ничего абсолютно не ест. И как бы отговаривают отказаться от питания, чтобы она с собой носила, типа, вот сидите едят, значит, должна она тоже кушать, а вдруг захочет. Что сегодня было в пюре? Представляете? Еду дают постоянно холодную. Уже сколько, человек 5, наверное, отказались. Это точно. Проще мне давать с собой. Да, Вика? Денежку сэкономим. Так что пойдем с тобой в понедельник к врачу, будем отказываться от питания. Ну, сколько можно? Блин, как всегда, что-то сделаешь, и, блин, что-то в глаз попало, сейчас не могу встать. Знаете, так становится иногда грустно, когда особенно находишься, может, в такой ситуации. То многие говорят, не в деньгах счастье. Мне кажется, в деньгах счастье. Потому что без денег мы никто, ничто, мы никуда не можем пойти без денег. Все на деньгах, все абсолютно. Без денег ты не можешь отдать ребенка в садик. Без денег он не может получать образование. Без денег ничего не может человек. Разве ребенок будет счастлив, если он не выучится? Конечно, нет. А без денег он же не выучится. Все-таки счастье за деньги все покупается. Абсолютно все. Пусть вы даже сейчас скажете, может, нет, есть, что нет. За деньги покупается все. Но самое мерзкое, конечно, это когда за деньги покупается любовь. Хотя ее любовью уже назвать, мне кажется, вообще нельзя, да? Это мерзко и противно. Ну, конечно, изначально любовь может быть и без денег, так сказать, чувства. Ведь у них нет никаких там общих бытовых проблем, да, у них нет детей. Да, на начальной стадии... Может, на начальной стадии отношений деньги, может, не нужны, но потом, когда уже появляется семья, появляются дети, и вот хочешь ты этого или не хочешь, но деньги играют очень, не очень даже, а самую важную роль, я бы сказала. Потому что без денег семья не проживет. Без денег – это постоянные ссоры, обиды. Пицца, я не могу от тебя отказаться. Ручка, которая... Ну, блин, что, а почему я накрыла фольгой, а не бумагой? Конечно, додумалась. Так. Вика, где твоя пицца? Блин, вот это... Ну, это же мама сыра любит, да? Это Викина. Это моя с лучком. Это завтра Вике и папе. А мама завтра опять на работу. Вот, я думаю, очень вкусная пицца получилась. Я не знаю, как я буду есть, но я ее съем. Да. Одной стороной. Я ее съем. Вот такой у нас пикник будет небольшой. Ну что? По-домашнему, по-семейному. Сейчас включим телек. Я, кстати, телевизор уже вообще не помню, когда я смотрела телевизор. Но постоянно на работе. А помню, были времена, когда я не так много работала, сидела, готовила завтрак, обед, ужин. Так круто.
Ну вот мы и наелись на ночь. Как обычно это у нас происходит. Нет, я стараюсь обычно на ночь не кушать, особенно на работе. Вообще, я очень устала и очень хочется спать. Сейчас пойду выпью. Наверное, выпью пустырничка. Угу. Я отрублюсь сразу же. Ладно, друзья, спокойной ночи. О, дай мне побалдеть. Дай. Ну, дай. Нет, приятнее, когда кто-то делает. А давай я сделаю. Давай я. Это не описать словами, что? О, боже мой, о, да. О, моя, вот это кайф. О, ладно, спокойной ночи, а мне еще есть чем заняться, 10 минут.